Друзья, попрошу вас не перематывать и досмотреть до конца. Меня зовут Денис, и я хочу вам порекомендовать подписаться на мой кулинарный канал «Рецепты от Дениса». На моем канале я буду с вами делиться самыми простыми рецептами. Мы будем с вами готовить из всех продуктов, которые есть у вас в холодильнике, каждый день. Друзья, поддержите наш канал подпиской и готовьте вместе с нами. Ссылка на канал в описании под видео. Также я хочу вам порекомендовать подписаться на наш инстаграм-аккаунт. Здесь вы сможете увидеть самые классные фото, которые мы здесь оставляем. Жду вас у себя в друзьях. На 54-м году ушла из жизни советская актриса Татьяна Проценко, известная по роли Мальвины в фильме «Приключения Буратино». Об этом сообщает телеграм-канал РБК со ссылкой на слова супруга Алексея Войтюка. Это случилось в 10 часов 30 минут утра сегодня, она скончалась в реанимации в больнице. Онкология. Почти 3 года она боролась, и вот, увы, рассказал Войтюк. Дата и место прощания с артисткой пока неизвестны. Татьяна Проценко родилась в Москве 8 апреля 1968 года. Наибольшую известность она получила благодаря роли Мальвины в картине 1975 года выпуска «Приключения Буратино». На киноплощадку она попала случайно. Ассистент режиссера киносказки познакомилась с ней в поезде. Пройдя кинопроба, кандидатура Проценко была утверждена постановщиком фильма Леонидом Нечаевым. Позже она сменила профессию и закончила киноведческое отделение в ГИКа. Являлась членом Международной федерации журналистов. В 2018 году у женщины диагностировали рак. Не забудьте поставить лайк нашему видео и до скорых встреч, друзья!